20 февраля в Северском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Торжественное мероприятие началось с речи главы муниципалитета Адама Джерима. К сожалению, с каждым днем и с каждым годом становится все меньше тех людей, которые подарили нам мир и свободу, благодаря которым мы сегодня живем, учимся, работаем, растим хлеб, растим детей, воспитываем. И святая обязанность каждого из нас – воспитать достойных людей. Мы желаем только мира, благополучия, всем счастья, здоровья. И храни вас Господь! С праздником, дорогие мои! В преддверии главного мужского праздника благодарственными письмами наградили выдающихся жителей за вклад в развитие Северского района. Концерт продолжился выступлением танцевальных и музыкальных коллективов. Яркие и впечатляющие номера не оставили никого равнодушным. Артисты посвятили свои номера виновникам торжества – мужчинам. Именно они – наши защитники, опора для любой семьи. Честь, отвага, ответственность – это качество сильного пола.